Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Всем привет! С вами video-shopper.ru. Сегодня, гордо выпятив грудь, вашему вниманию представлен Nokia Lumia 900. Чем аппарат приглянулся легендарному ветерану IT-технологий, рассмотрим в нашем видеообзоре. В комплекте: зарядный блок, проводная гарнитура, USB-кабель и иголка для установки сим-карты. Если вы купите телефон у нас, то бесплатно получите множество бонусов и подарков. Подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru. Дизайн практически идентичен Nokia Lumia 800. Значительно увеличился размер из-за дисплея, однако назвать его лопатой язык не поворачивается. Экран потерял свою выпуклость, став полностью плоским. Также появился интересный бортик по периметру, благодаря чему телефон не страшно положить на стол лицом вниз. Незначительно уменьшилась толщина. Корпус изготовлен из хорошо зарекомендовавшего себя особого пластика. Он устойчив к царапинам, практически не скользит в руке, не оставляет отпечатков и приятен на ощупь. Благодаря технологии производства, при котором корпус вырезается из цельного бруска поликарбоната, телефон приобрел противоударные свойства. Как уже отмечалось выше, экран увеличился значительно. Если в Nokia Lumia 800 он был 3,7 дюймов, то здесь аж 4,3. Однако разрешение осталось прежним – 800 на 480 точек. Несмотря на это, картинка получается четкая, яркая и насыщенная. Приятно отметить, что из дисплея ушла технология Pentile, из-за которой на 800-й версии просматривалась пиксельная сетка. Экран имеет просто рекордные противобликовые свойства. Даже при очень ярком солнце он не спешит отражать окружающую реальность. Углы обзора максимальны. Закрывает дисплей традиционное стекло Gorilla Glass. О его прочности лучше не говорить, а один раз увидеть. В нижней части лицевой стороны расположены три сенсорные кнопки: «Назад», «Домой», «Поиск». Вверху фронтальная камера и датчик приближения. На правой грани качелька громкости, кнопка включения и фотокнопка, которая запускает камеру даже из экрана блокировки. Такое расположение кнопок придется по вкусу левшам, а вот правшам надо будет привыкать. Больших сложностей это, однако, не составит. На нижней грани сетка динамика. На верхней – гнездо под стандартные наушники, лоток под микросим и разъем для микро-USB. В отличие от предыдущей версии, он ничем не прикрывается. На тыльной стороне 8-мегапиксельная камера с двойной светодиодной вспышкой. Изменилась в лучшую сторону емкость батареи. В Nokia Lumia 900 она составляет 1830 мАч, чего уверенно хватит на 2 дня активного пользования. Тактовая частота процессора 1,5 МГц. Ядро всего одно, оперативной памяти 512. Цифры, прямо скажем, небольшие, но о них стоит забыть, ибо здесь они не имеют смысла. Операционная система Windows Phone не поглощает большого количества ресурсов и хорошо отлажена. Поэтому работает телефон четко, быстро и плавно, без подвисаний и притормаживаний. Собственной памяти 16 гигабайт, из них пользователю доступны 14,5. Возможность установки карты памяти отсутствует. Виной тому компания Microsoft, усердно продвигающая свой облачный хостинг SkyDrive. Впрочем, забить до предела имеющийся объем под силу не каждому. Управляет аппаратом уже хорошо зарекомендовавшая себя Windows Phone 7. Приятное впечатление оставляет интерфейс. Из-за особенностей перелистывания экран кажется значительно шире, чем есть на самом деле. Единственный недостаток – Marketplace. Количество приложений значительно ниже по сравнению с App Store и Android Market, а средняя стоимость выше. Впрочем, самые нужные приложения, такие как навигация, офис и другие, установлены изначально. В Nokia Lumia 900 вернулась фронтальная 1,3-мегапиксельная камера, с помощью которой теперь можно совершать видеозвонки. Также смартфон может похвастаться качественной фронтальной 8-мегапиксельной камерой с автофокусом. 28-миллиметровый широкоугольный объектив позволяет получать хорошие фотографии, особенно на открытом воздухе, захватывая при этом большое пространство на снимке. Также камера позволяет снимать видео с разрешением 720 пикселей и частотой 30 кадров в секунду. Качество можете оценить по тестовому ролику. Качество звука, как и громкость, незначительно улучшились по сравнению с Nokia Lumia 800.
Впрочем, судите сами. Меломанов порадует фирменное приложение Nokia Music. Это собственный плеер со встроенным магазином и интересным пунктом меню Mix Radio. Он дает доступ к огромной базе лицензионной музыки, из которой можно формировать собственные миксы или использовать уже готовые. Неконвертированное видео не поддерживается. Из поддерживаемых стандартов Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, DLNA. Только в нашем магазине video-shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Напомню, купив Nokia Lumia 900 у нас, вы получите множество бонусов и подарков. Подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru. Можно сказать, что Nokia Lumia 900 заслуженно получил свои почести и награды. Он не отличается каким-либо одним параметром, а хорошо сбалансирован со всех сторон. Некоторые нарекания вызывает даже не сам телефон, а Marketplace. Впрочем, скачивать оттуда понадобится разве что игры. Основные нужные приложения уже установлены из коробки. Для тех, кто еще не определился, предлагаем посмотреть обзоры Nokia Lumia 800 и Nokia N9. Удачи! Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше.